Да нет, я точно не замерзну. Все, работает. Дать вам, может быть, потеплее? Не-не-не, я долго летать не буду. У меня руки одубели на этом. Да у меня тоже сейчас есть. Снимал, потом брос, я специально ищу подставку, чтобы спину не наклонять. Грыжа не беспокоит, вырезанную. Сначала ножники. А? Сначала ножники. Нет, ножники, видишь, неудобные. Сначала так, потом уже. Вот, а теперь я уже ножные. Опа! Ну, конечно, попробовать стартануть прямо, но боюсь, блядь, рука выскочит. У меня уже было один раз. Я отхожу в сторону сразу. Не знаю, боюсь. Думаю, сейчас я сделаю все. Это самое. Видишь, не видно ветер как, видишь, когда сильный. То есть со стороны покажешь, что ветер хороший, понял, да? Чтоб я то задом стою и не слышу, когда ветер. Так. Правильно получается, что при большей площади крыла, даже при, как сказать, не очень мощном моторе, подъемность все равно... Ну а как же? Да? Конечно. Чем больше площадь крыла, тем больше подъемная сила. Поэтому на больше, на меньшую площадь можно, надо меньше держать, чем на... Быстрее оторвешься, понимаешь, да? Ну, с другой стороны у нас будет. Так, где у меня? Аксель. Аксель зацепим. Так. Аксель. Сейчас, чтобы быстрее долететь до шара, вывернуть аксель. Это самое. Так. Поднимаем. Ветер пошел. Надо сначала запуститься. Гляди, сейчас я попробую. Давайте сам. С первого раза, чтобы вам не мучиться. Вот то, что он, ну давай, холодный. Да. От винта? Когда ветер будет, говорите! Не вижу! Вот так, палец, покажите, когда ветер задует! Не получается. Не получается взлететь. Все. Ну вот. Я говорю, когда будет ветер, покажите мне. Вот это ухо справа туда. Вроде ветер вот так, да? Ну да. Когда ветер будет, скажите. Thank you.
до шара не долетел, блядь. Понимаешь, там на деревне, на поселке что-то не хочется, блядь. Это немножко колбасить стало, видишь, подходит кучевка. Вот. Так, сейчас выключим. Еще.